Да. Коллеги, всем добрый день, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чат, видно, слышно меня? Все ли хорошо? Плюсик поставьте, если все хорошо. Отлично. Хорошо, давайте тогда начнем. Да, сегодня мы с вами поговорим про тренды и технологии в оцене обратных достижений. Я представлю себя чуть-чуть себя. Да. Я вообще проработал довольно долго в ВУЗе, потом работал в IT-компании, а потом снова в ВУЗе. Сейчас я индивидуальный консультант в области проектирования, обучения, учебной аналитики. Сам я по образованию математик, и поэтому, может быть, в каких-то местах будет такая немного техническая презентация. Но я постараюсь все-таки пояснять примерами и вообще рассказывать про современное состояние оценивания обратных достижений. В целом, да, я занимаюсь как проектированием обратных продуктов, провожу методические консультации, занимаюсь анализом обратных данных и вот потихоньку обучаю графическому дизайну и учебной аналитике. То есть это, наверное, такие основные направления, чем я сейчас занимаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, не обязательно связанные с темой оценивания, ну, например, там с аналитикой, либо с графическим дизайном, то в этом случае в конце будет слайд с моей почты, вы можете всегда мне написать, я довольно люблю, да, то есть очень сильно отвечать на вопросы, тем более по этим темам. Вообще, да, то есть когда мы говорим про оценивание, да, наш мир, как бы, ну, не нужно забывать, да, что оценивание сейчас, в настоящее время, это не то же самое, что оно было, ну, даже, наверное, когда я учился в школе или в начале, да, то есть прошлого века, потому что, как бы, есть некоторые такие стабильные тренды, да, то есть, ну, что меняется с течением со временем, и есть, ну, ряд причин для этого. Ну, то есть первая, да, то есть причина связана с тем, что мы теперь живем в более сложном, там, неоднозначном, нестабильном мире, известная аббревиатура ВУКа, и это требует просто от нас новых грамотностей, например, там, финансовая грамотность, там, математическая грамотность, новых компетенций, каких-то сложных навыков, умений, да, 4К здесь подразумевается критическое мышление, креативность, кооперация и коммуникация. И умения, навыки, которыми мы работаем, да, то есть они становятся более сложными, более трудными. Как вы считаете, как вот то, что нам приходится развивать и измерять более сложные характеристики, повлияло на оценивание их? Что изменилось в этом случае? Пока вы пишете ответы на этот вопрос в чат, то есть я чуть дальше пойду, а потом повернусь. Да, и второе, я убрал тот слайд. И как раз за счет того, что навыки, умения стали более сложными, да, то есть есть разные подходы к тому, как ну, описать, да, то есть эти умения, и есть различные таксономии, например, таксономия учебных целей, наиболее известная это таксономия Блума. Если не знакомы, то, пожалуйста, просто ознакомьтесь, потому что она действительно очень полезна с точки зрения там, формулирования там, обратных результатов. Есть другая таксономия, решил просто продемонстрировать ее, это таксономия SOLO, ну, то есть, которая расшифровывается как Structure Observed Learning Outcomes, структура наблюдаемых результатов обучения. И в ней выделяется 5 уровней. На самом деле все таксономии, они довольно похожи, есть просто некоторые нюансы в каждой из них. Да, то есть, но суть этих таксономий в том, что есть от более простых уровней до более сложных, более трудных. И как раз таксономия SOLO, так как она во многом построена на подходе таком, связанном с когнитивным развитием, то есть с когнитивной психологией,
выделяют предструктурный уровень, обычно это уровень знаний, когда мы еще просто понимаем, да, то есть имеем представление о каком-то предмете, но еще не умеем никак оперировать. Далее выделяют одноструктурный и многоструктурный уровень, да, то есть когда мы знаем, можем оперировать, да, то есть как бы нашими понятиями, да, то есть или там какими-то вариациями, да, то есть знаем разные грани этого понятия. Но вот как раз переход на уровень 4, уровень отношений, показывает нам, что у нас какие-то вот атомарные единицы стали обладать каким-то связями. Да, то есть возникают вот эти связи, это предпоследняя картинка внизу. И вот как раз вот наличие таких связей, да, то есть отвечает на мой вопрос, который я задал, к сожалению, не увидел ответа в чате, что как раз когда мы работаем на предыдущих уровнях, мы можем и оценивать также атомарно, да, потому что у нас, по сути, само оценивание, оно происходит за счет вот этих вот кирпичиков. То есть мы, например, можем оценить отдельно каждую единицу знания. Но очень легко это видно на примере каких-то таких, ну, например, школьного математического знания или там, курса повышенной математики, что у нас есть, например, там задача там, оценить, умеет ли ученик решать квадратное уравнение или нет. И тогда мы просто атомарно ему даем это задание, да, то есть на решение квадратного уравнения, и смотрим, да, то есть как он справился с этим заданием. И при этом, при таком способе оценивания, да, то есть мы никак не говорим про то вообще, да, то есть как его вот это вот знание и умение связано с какими-то другими знаниями и умениями. Да, то есть, где, например, применяется это квадратное уравнение, да, то есть для чего, да, то есть как интерпретировать результаты полученные. Да, то есть мы оцениваем всего лишь маленький такой кусочек такого плана атомарности. Вот, и поэтому вот как раз вот здесь вот как бы наступает вот тот подраздел, да, некоторые границы, да, потому что уровень отношений связан с тем, что у нас появляется некоторая связь, да, то есть вот этих атомарных знаний. А уровень 5, он связан с тем, что мы переносим полученное такое сложное составное умение, сложный навык из одного контекста в другой. И создаем что-то новое, да, то есть модифицируем, да, то есть так, и развиваемся уже на более высоком уровне абстракции, то есть оперируем более высокими, ну, высокоуровневыми понятиями. Поэтому можно вспомнить в связи с этим, помимо таксономии учебных целей, еще пирамиду Миллера, которая часто возникает в оценивании. И здесь ее можно поделить, ну, условно, вот так, на такие две части, да, что у нас есть оценка знаний, которая здесь синим выделена, и оценка результата действий, да, то есть либо оценка поведения сложного. То, что по-английски называется performance-based assessment, когда мы уже оцениваем в комплексе, да, что у нас не как раз атомарные кусочки, да, то есть, а вот что-то в комплексе в целом. Вот. И помимо этого, да, то есть есть еще второй, наверное, фактор, который влияет, да, то есть мы все с этим сталкивались в своей деятельности, даже сейчас, да, непосредственно, это как бы проникновение информационных технологий в разные сферы, да, то есть в том числе в обучении и в оценивании. То есть, по сути, это про то, что у нас бумажное оценивание переходит в цифровое, в цифровой формат, и при этом, да, то есть оно переходит в двух качествах. То есть первое, как бы, я специально здесь не переводил название, да, потому что и то, и другое оценивание сокращается до одинаковых букв, T, E, A, да, то есть как чай по-английски. Но первый тип technology enabled assessment, да, это технологически возможное оценивание, оно, по сути, представляет из себя то же самое, что и бумажное оценивание. Например, у вас были задания на бумажных бланках в виде там, выбора варианта ответов. Они же остались и в цифровом формате. Возможно, есть некоторые улучшения. Ну, например, что вы можете вопрос задания давать не только в виде текста, да, то есть, но, например, в виде там, видео. Да, например, посмотреть
небольшой кусочек какого-то учебного видео и ответить на вопрос, да, то есть на какие-то вопросы на понимание, да, то есть в виде выбора вариантов ответа. Но помимо этого развиваются активно более сложные способы оценивания, да, то есть это технологически улучшенное оценивание, когда специальным образом проектируется цифровая среда, которая фиксирует не только ответы учащихся, но и процесс получения этих ответов, да, то есть какие непосредственно действия выполнял учащийся в этой среде. И это дает больше информации, но и больше сложности в непосредственно самой теории оценки. И есть еще, да, то есть в связи с развитием технологий, есть вот такая схема, связанная с типологиями заданий. К сожалению, схема на английском языке, но тут самое важное то, что я ее прокомментирую, что есть две оси, да, то есть что есть как бы первая ось, которая вертикальная ось сложности, то есть от менее сложных до более сложных форматов. Но здесь имеется в виду когнитивная сложность, то есть это, по сути, то, что мы с вами рассматривали в рамках таксономии. Да, что у нас есть более, например, простые автоматные умения и более сложные составные умения. Да, то есть, по сути, вот это связано с когнитивной сложностью. А второе, что происходит, вторая ось, да, то есть это ось, по сути, закрытые форматы и открытые форматы. И посередине здесь есть такие промежуточные форматы, например, там корректировать, да, то есть, ну, если вам дан текст, то от вас, например, требуется исправить ошибки в этом тексте, ну, орфографические ошибки. Или, например, завершить предложение, ну, создать, да, то есть когда у нас есть открытые задания, но последнее это вообще создание каких-то сложных объектов. И это, как я уже сказал, представляет наибольший сейчас интерес к теории оценивания. Если посмотреть на последний столбец, то здесь есть проекты, демонстрации, эксперименты, дискуссии и даже преподавание как формат оценивания. То есть насколько, например, человек может передавать полученные знания, полученные умения другим людям. Но это, как видите, находится в правом нижнем углу, то есть это вот такой наиболее сложный, наиболее открытый формат. Напишите, пожалуйста, в чате, да, то есть, как бы, учитывая вот эти два фактора, какие вы можете выделить сами тренды в оценивании. Просто первое, что приходит вам в голову, я тогда просто поделюсь, какие выделил я, и остановимся в рамках вебинара на этих трендах. Первое, адаптивность, персонализация. Хорошо. Оценивание конкретного результата, а степень вовлеченности. Угу. Интересно, что у вас первые два примера, которые есть, это не те примеры, на которых я остановлюсь, но действительно они есть. Просто мне кажется, что они, может быть, не настолько сильно сейчас проявляются. Критериальное оценивание по разным факторам. Да, ладно, здесь вы правы, да, что здесь как раз, когда мы говорим про критериальное оценивание, обычно это связано как раз вот то, что я до этого сказал, performance-based assessment, уж простите за англоязычный термин, но он, правда, очень плохо переводится, но это, например, оценка там, результатов деятельности, например, оценка презентации, да, то есть, либо оценка проекта по каким-то критериям, да, то есть, ну, либо оценка эссе. Таисия пишет про тренд в виде автоматизации, это действительно так. А, причем, да, то есть, ну вот этот тренд я, к счастью, выделил, да, для вебинара сегодня, да, то есть, но помимо этого я еще добавил тренд, связанный с интеллектуализацией. Оцениваем собственное продвижение, а не с условным средним показателем.
Очень хорошо, да, то есть, что мы действительно, да, то есть, как бы оцениваем не только, да, то есть, насколько мы лучше там других, да, то есть, но и насколько мы сами как бы продвинулись, да, то есть, в изучении материала. Пока вы пишете, я выделю просто, покажу просто свои выделенные как бы новые тренды, да. Но понятно, что этот список может продолжить, но мне кажется, что это наиболее такие яркие представители, да, то есть что меняется в оценивании. Что первое, тренд это связан с созданием увлекающих и реалистичных средств. И вообще-то, то есть, мне кажется, что здесь очень ключевое слово «среда», то, что по-английски «environment», да, что это некоторое такое целостное, да, то есть, что не просто тест, да, то есть, как список такой заданий мало получилось, но и какие-то более сложные среды оценивания. При этом, да, то есть, как бы то, что вы писали в чате, связанное там со степенью вовлеченности, действительно становится важным при оценивании, да, что... Ну, из-за того, чтобы наши там респонденты, учащиеся там меньше уставали, да, то есть при оценивании, вот, ну, получали более там положительный опыт, да, то есть как раз вот, создаются специальные инструменты. Второй тренд, это тоже был в чате, связанный с автоматизацией и интеллектуализацией, то есть активного использования данных. Третий тренд связан с тем, что мы оцениваем не только результат, да, то есть, но и как учащиеся пришли к этому результату, то есть непосредственно процесс решения задачи. Это может быть, например, и время решения задачи использоваться, и, например, там, стратегия решения задачи. Далее про суммирующее и формирующее оценивание, да, что нельзя сказать, что становится, ну, мы совсем избегаем суммирующее оценивание, но появляется тренд про формирующее оценивание, когда в процессе оценивания дается развивающая обратная связь. Это, кстати, тоже связано с тем, что ну, для того, чтобы снизить усталость там, респондента, ну и так далее. Вот, и последнее, да, то есть это про рефлексию, про самостоятельное оценивание, да, что здесь вот в чате было, был хороший пример, да, то есть это оценивание собственного продвижения, да, то есть действительно, да, то есть как бы мы оцениваем себя там, по там, заданным или даже по своим собственным критериям. И давайте просто разберем каждый из этих трендов, хотя бы очень коротко. Ну, то есть первое связано с созданием среды оценивания. Что, ну, я уже сказал, что это про, ну, что создаются специальные, там, вовлекающие или реалистичные среды оценивания. Ну, потому что, когда мы говорим про реалистичные среды оценивания, в этом случае мы ставим задачу, которая близка к, ну, к учебному контексту или к рабочему контексту, к контексту, который уже в жизни. Но бывает, что создаются и нереалистичные среды, да, то есть, например, там про какое-то путешествие, путешествие в космосе, но при этом, да, то есть создается какой-то вовлекающий сценарий. Зачастую такой подход, он в рамках игр, да, то есть существует. И в этом случае создаются сценарные типы заданий, некоторая сюжетная линия, и как раз за счет этого, этой сюжетной линии поддерживается как раз вовлеченность наших респондентов, наших учащихся. Тут в чате написали, что не четко слышно. Пожалуйста, скажите, это только у Марины или у других тоже. Поставьте плюсик, если хорошо, и минус, если нет. Хорошо. Да, и для того, чтобы создавать такие сложные там среды, чуть попозже будут примеры. Так, почему-то результаты разнятся. Ага, постараюсь тогда просто поближе к микрофону. И давайте, может... Может быть, вот так вот будет получше. Да, что существуют
Специальные подходы и такой наиболее распространенный подход – это методология Evidence-Centered Design, которая на русский переводится, вот коллеги, да, то есть ссылка на литературу тут приведена, они перевели как систематический подход к разработке текста, тестов. Но здесь тест понимается в широком смысле, то есть это не обязательно вариант с вариантами выбора ответа, это может быть и создание некоторой цифровой среды. То есть, и выделяется несколько этапов в этой методологии, да, то есть, которые там подробно в статье описаны, я сейчас не буду останавливаться, но здесь важно про то, что здесь очень как раз довольно жестко зафиксировано, как вообще создавать такие среды, именно с точки зрения методологии, что есть уже устоявшаяся практика, и очень хорошо вы выше в чате подметили, да, что есть вот некоторые международные подходы, международные стандарты, которые как раз при разработке оценки как раз на них и стоит опираться. В частности, да, то есть в рамках этого подхода выделяется концептуальная рамка инструмента, то есть которая состоит из трех составляющих. Первая – это модель конструкта, или иногда ее называют модель учащегося. Вторая часть – это модель заданий. Да, то есть, по сути, это некоторые шаблоны, да, то есть на основе которого могут генерироваться задания. Ну и соединяют их модель свидетельств, которая там тоже состоит там, из правил выявления свидетельств и статистической модели или измерительной модели. Как раз, да, то есть, когда описываем концептуальный инструмент, то есть описывается каждая из этих моделей, и в этом смысле это потом является такой, такая технологической составляющей, да, то есть когда создаются некоторые инструменты оценивания. Помимо этого подхода есть близкие, связанные с методологией ETAF, это In-Task Assessment Framework, это фреймворк оценивания внутри задания. Здесь это еще более такой технический, инженерный подход, потому что в нем создается так называемая поведенческая онтология. То есть про то, как наши переменные, которые мы измеряем, да, то есть которые входят в модель конструкции или там, в модель учащегося, да, то есть связанные со стратегией решения задач, да, то есть есть тактика решения задач. Но стратегия – это такой верхнеуровневый подход про то, да, то есть как в целом можно решать ту или иную задачу, а тактика – это непосредственно про то, как решается задача в контексте, в определенном контексте. Например, если у вас инструмент направлен на анализ информации, поиск и анализ информации, то стратегией будет создание, например, какого-то специализированного запроса. А контекст задач выявления тактики это уже будет непосредственно, то есть какие ключевые слова или какие операции для расширенного языка запроса вводятся для того, чтобы решить конкретную задачу на поиск конкретной информации. Вот. Ну и после этого, да, то есть как бы все это собирается, да, то есть как вообще выявляется свидетельство, да, то есть что демонстрирует, да, то есть что вот, например, заданный запрос, да, то есть он действительно говорит про то, что у вас хорошо развито умение искать информацию. Ну и пример, да, то есть как бы то, что используется в симуляциях, simulation, да, то есть в некоторых таких вот сложных задачах, интерактивных заданиях. Здесь приведено задание на закон Ома, да, то есть причем оно представляет собой совместное решение задач, так называемый collaborative problem solving. Что помимо вот непосредственной среды, где собирается электрическая цепь, да, потому что закон Ома с ней связан, есть еще чат, да, то есть в котором учащиеся общаются, для того, чтобы собрать нужную цепь. И видно, что здесь не только проверяются знания физики, но еще способность передавать информацию, да, то есть и коммуницировать, да, то есть необходимую информацию в чате.
Вот. И вот как раз в примере статьи, тут, к сожалению, картинка мелкая, потом в презентации или в самой статье можете посмотреть, вот как раз пример вот, как раз вот этой вот, как бы, лидерской онтологии, да, то есть про то, как выделяются стратегии и тактики. И видно, что здесь как раз, вот, ну, на мой взгляд, это очень хороший такой инженерный подход, но при этом он, это хорошо то, с точки зрения методики, то есть как бы проработано, что мы, по сути, составляем, ну, онтология вообще возникает, когда мы занимаемся извлечением знаний, то есть мы создаем некоторую такую предметную область, да, то есть причем привязываем поведение в этой предметной области, то есть тем самым мы структурируем вообще, ну, с точки зрения методики, да, то есть структурируем то, чему мы, ну, что мы планируем оценивать. Ну а потом, после этого, это же можно использовать и для того, чтобы создавать задания для развития, то есть как обучать. То есть, тем самым мы вот, как бы, таким подходом, да, то есть, как бы, занимаемся таким технологизацией методики, то есть, побоюсь такого сложного термина. Ну и примеры, да, то есть, которые есть, да, как бы, в сети, да, то есть, как бы, можно потом посмотреть по ссылкам подробнее. Ну, первый пример – диалоговые тренажеры. Здесь приведен пример диалогового тренажера для медиков. Ну, например, такие диалоговые тренажеры можно создавать в iSpring или в Branch Track. Ну, и самое трудное – не сколько создать тренажер, сколько написать сценарий. То есть вот именно написать реплики и ответы к ним, да, то есть, и связать эти ответы с тем, да, то есть, что именно вы измеряете. Здесь, как видим, есть вот некоторый такой вот нарратив, да, то есть есть некоторая такая история, но в данном случае это помещено все в такой больничный контекст, да, то есть для того, чтобы, ну, потому что связано с обучением медиков. А другой пример – это пример поведения в цифровой среде, это тест на измерение информационно-коммуникационной грамотности. Это разработка моих бывших коллег из Центра психометрики измерений в образовании, из Высшей школы экономики. Ну, в рамках этого теста нужно решить некоторые задания. Ну, например, вот пример здесь, это пример из демо, тоже можно посмотреть подробнее. Там нужно составить презентацию, ну, на основе некоторого задания, да, то есть уже есть некоторый набросок материала, да, то есть его нужно перенести в презентацию, добавить картинки и потом отправить это учителю. Но все это делается в такой специально проектированной цифровой среде, и все это проверяется автоматически. Да, как бы, ну, относительно того, да, то, что именно сделал учащийся в этой цифровой среде. Еще один пример как раз социальной вовлеченности, это оценивание с помощью игр. Да, то есть здесь вот приведен пример Pymetrics. К сожалению, сервис этот на английском. Вот. А здесь есть ряд игр, да, то есть с помощью которых оцениваются какие-то, ну, другие, ну, характеристики, в том числе и личностные характеристики, не только когнитивные, не только предметные знания. Ну, например, здесь есть вот игра Balloons, игра с шариками. По сути, это про принятие риска, ну, то есть известный такой, как бы, способ измерения этой характеристики. Вам нужно надувать шарик как можно, ну, большого размера, но так, чтобы он не лопнул. Ну, то есть, там, понятно, что если вы слишком сильным его надуете, то он лопнет, и вы никакие баллы не получите. Но если вы очень мало надуете, то в этом случае вы демонстрируете просто низкую степень принятия риска. Да, то есть это вот такой вот подход, да, то есть как с помощью такой игры, да, то есть измеряются какие-то характеристики. Но там есть и еще другие игры, можете посмотреть подробнее, но, к сожалению, ресурс на английском. Вот еще один тренд, он менее автоматизируемый, но он часто используется в педагогической практике, это применение некоторых рабочих инструментов в образовательном контексте. То есть когда у нас изначально инструмент создан не для
даже не для обучения, тем более не для образовательного оценивания, но при этом, да, то есть как бы мы используем его, да, то есть как бы создаем в нем некоторую среду. Здесь приведена пример доски Miro, то есть на которой можно как бы создавать некоторые объекты, там клеить стикеры, да, то есть там какие-то случаи делать там конструируемые ответы, да, то есть собирая, да, то есть из частей, и потому как насколько там проработана, например, да, то есть как бы идея, да, то есть можно там оценивать какие-то, ну, например, там, ну, креативность целиком может быть нельзя, да, то есть, ну, какие-то аспекты креативности, например, детальность можно, да. А другой пример — это пример доски Trello, да, то есть это доска, как бы, ну, в данном случае это из моего курса по кинематографическому дизайну, в котором предлагалось, ну и, кстати, доска Miro тоже, в которой предлагалось проект, да, то есть по составлению там некоторого там учебного курса, да, то есть в результате которого они команды должны были выполнить ряд задач. Ну и потому как продвигалось там этот проект, да, можно было отслеживать, да, то есть как они решают задачи, как они распределяют роли в командные между задачами, декомпозируют, например, эти задачи. И, соответственно, да, то есть можно было отслеживать ход течения проекта, да, то есть как это принято в проектном менеджменте, и делать какие-то выводы о групповой работе. Так, я как бы перейду к следующему тренду. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте в чате, или у вас есть специальная вкладка «Вопросы», я тогда в конце отвечу. Следующий тренд – это связанный с применением данных. Этот тренд связан с автоматизацией и интеллектуализацией. Да, потому что, как я сказал, что у нас есть как бы, ну, во многом как бы многое оцениваемое приходит онлайн. Не все, но многое. Ну, то есть и все, что может быть перенесено онлайн, будет перенесено онлайн. Вот. И за счет этого, да, то есть как бы, когда мы переносим, оцениваем в онлайн, да, то есть мы собираем больше данных. Да, то есть это одно из преимуществ компьютерных способов оценивания. И можно автоматизировать какие-то вещи онлайн. Здесь я привожу примеры своей практики. Я участвовал просто в тесте труд, в котором, ну, это делает та же организация, что и акцию «Тотальный диктант». Конечно, что тест труд, он в нем дается небольшой фрагмент из диктанта, и его пишут люди, для которых русский является иностранным языком. То есть это для тестирования РКИ русский как иностранный. И в рамках этого теста, да, то есть дается диктант, да, то есть в котором делаются, ну, иностранцы могут делать какие-то опечатки, ошибки, да, то есть, но как бы в диктанте это все-таки не эссе, не сочинение, да, то есть все-таки в диктанте есть эталонный ответ. Он иногда может быть не один, например, есть вариативность пунктуации, ну, либо в каких-то ситуациях там может быть там не слитно и раздельно писаться, да, то есть потому что там, в зависимости от того, да, то есть подразумевается ли там противопоставление или нет. Но все равно там есть как бы вариативность ответа, да, то есть, ну, есть как бы некоторый эталонный ответ, поэтому эта задача проще, и можно здесь автоматизировать проверку, да, то есть как раз я занимался написанием скрипта для автоматизации такого диктанта. Здесь приведен пример на моем любимом степике, в котором я тоже когда-то работал. Но помимо этого есть еще применение вот как раз искусственного интеллекта, то, что было уже в чате, да, то есть как бы для того, чтобы решать более трудные задачи, связанные с оцениванием. Это, конечно, этим занимаются во всем мире целые исследовательские лаборатории, целые направления, да, то есть как бы, причем одной задачей это не занимается, причем даже, может быть, частью задачи целая лаборатория занимается, то есть это определенно не для одного человека, да, задача. То есть у нас как бы задача связана с автоматической проверкой заданий. Ну и в качестве примера я приведу пример Erator. Это система, да, то есть, которая создана компанией Educational Testing Service, которая администрирует
тест на знание американского английского TOEFL и еще тест SAT, это входной тест для поступления в вузы в США. Вот, и они как раз, ну, так как они собирают довольно большой объем данных, да, то есть по написанию эссе и в том и в другом тесте, они создали систему для автоматической проверки эссе, в которой выделяются там с помощью машинного обучения, они выделили там несколько типов признаков. Специально здесь не переводил с английского, да, то есть, прокомментирую, что первый тип признаков — это различные ошибки, грамматика, там, стилистика, механика, использование, там, ну, лексика, по сути, у нас. Второе — это связанное со структурой, да, то есть, насколько структурированная эссе, есть там вводная часть, да, связанные части между собой. Следующее — это сложность лексики, используемой, ну, например, в рамках, с помощью частотного словаря. Следующее, это связано с использованием лексики, насколько она оправдана использованием. И последний признак, это длина эссе. Понятно, что машинным обучением проверяются эссе автоматически не так, как проверяется человеком, да, то есть потому что в случае проверки человеком есть там критерии проверки. Ну, например, если мы возьмем ЕГЭ, то там есть специально выделенные критерии, как правильно проверить эссе. Но, тем не менее, да, то есть, как бы у них показала их система довольно большое согласие с экспертной проверкой. Ну, довольно большое считается здесь, что больше там 70%, там, даже, по-моему, там почти 80%, да, как бы, что вот есть согласованность. И они сравнивали как раз вот в этом отчете, который здесь в качестве источника приведен, да, то есть согласованность экспертов между собой и согласованность там, результатов вот, автоматической проверки с проверкой экспертами. И показалось, что согласованность здесь не хуже, чем согласованность экспертов между собой. Вот, поэтому здесь по-разному можно интерпретировать результаты. Но что мне нравится в их системе, то что они внедрили это еще в обучающую систему, которая, ну, дается задание, ну, здесь не совсем учащиеся, здесь респонденты, да, то есть, ну, то есть люди, которые собираются сдавать один из упомянутых тестов, которые я сказал до этого, да, то есть, и в них автоматически, ну, с помощью автоматической проверки генерируются подсказки, на что можно обратить внимание. У нас для русского языка есть пример сервиса «Орфограммка», да, то есть, который также проверяет, да, то есть дает рекомендации про то, как улучшить текст, тоже автоматически. Есть еще «Глафред», но он, конечно, я бы не сказал, тоже дает какие-то рекомендации по улучшению текста, но немножко, наверное, с другого ракурса, да, то есть там скорее с точки зрения там инфостиля, то есть там, когда пишется там текст без воды. Все-таки орфограммки более такой лингвистический подход, и они как раз развиваются в рамках этого направления. В целом, это такая довольно развивающаяся область, как за рубежом, так и для русского языка. Ну, не так уж много сервисов из компьютерной лингвистики, да, то есть, которые используют как раз для обучения. А другой пример, да, то есть, как бы интеллектуализация, это автоматическая генерация заданий. Здесь есть два таких основных подхода, что первое — это на основе шаблонов, и часто это дается задание, ну, как в качестве примера, дается задание из математики, когда создается некоторый шаблон задания с переменными, да, то есть, а потом при генерации задания подставляются в эти переменные некоторые числа. Ну, например, если мы берем квадратное уравнение, то в шаблоне будут произвольные коэффициенты, а в генерируемом задании специальным образом подобранные коэффициенты, ну, чтобы, например, там хорошо решалось это уравнение или, наоборот, не очень хорошо, в зависимости, там, ну, можно контролировать сложные задания. А другой пример — это на основе онтологии, да, то есть это уже как раз связано с инженерией знаний, когда мы даем, вот тут здесь пример из когда дается некоторое задание, да, то есть и с помощью как раз размеченной предметной области, да, то есть про то, как связаны понятия предметной области, выбираются
ответы на задания. Ну, для того, чтобы они были более-менее однородны, для того, чтобы задание действительно, ну, хорошо работало примерно так, как оно было бы создано человеком. Ну, и последний, да, то есть как бы подход, это с выявлением паттернов поведения респондентов. Что есть как бы жульничество, да, то есть как бы есть, например, цифровой прокторинг, да, то есть про то, как мы вводим. Вот. Потом есть подходы, связанные там, с анализом стратегий ответов, да, то есть что мы по тактикам, по подходам при решении задач, мы переходим на более высокий уровень, да, то есть выделяем какие-то общие паттерны, общие шаблоны поведения респондента. Ну и еще используем дополнительные, как бы можем использовать эти шаблоны в качестве дополнительной информации, так называемой коллатеральной информации при оценивании. Ну, например, выделяем типовые там, стратегии ответов респондентов и эту информацию используем для того, чтобы лучше оценить их характеристики. И как раз последнее, да, то есть как бы связанное с выделением паттернов поведения, да, то есть как раз еще один тренд, да, то есть, с этим используемый. Это про то, что мы анализируем процесс. Ну, фокус не только на результатах оценим, но и на процессе. Как раз за счет того, что оценивание перешло в онлайн, да, то есть у нас появилась дополнительная как бы, возможность ну, больше данных, да, то есть у респондентов, но здесь больше не всегда значит лучше, да, то есть потому что, ну, когда мы, например, фиксируем там, ну, нажатие на, там, на кнопки, да, как бы, либо там просмотр, да, то есть каких-то там составляющих, да, то есть оценивание нужно, ну, всегда как бы есть соблазн сверхинтерпретировать, да, то есть это поведение, да, то есть тем самым наше оценивание оказывает, ну, может потерять валидность. Поэтому все-таки для того, чтобы, ну, корректно с точки зрения теории измерений, да, то есть как бы использовать эту дополнительную информацию, да, то есть как бы уместно и говорить как, о ее использовании как о такой дополнительной коллатеральной информации. И ее можно выделить, как бы выделить три составляющие, что первое – это информация о респондентах, да, то есть об их социально-демографических характеристиках, пол, возраст, там, социальный статус, если он возможен, каких-то психологических характеристик, например, личностных, да, то есть если мы используем какие-то дополнительные там, анкеты, да, то есть либо собираем из дополнительных источников, и либо там результаты предыдущих измерений, да, то есть когда у нас, например, есть лонгитюд, когда есть некоторые серии измерений. Помимо этого есть дополнительная информация о заданиях, да, то есть, например, там, о свойствах предметной области, например, какой теме принадлежит задание и какие когнитивные операции требуются при решении этих заданий. Ну и последнее, да, то есть это про взаимодействие, это про время решения задания или какой-то его составляющей, это число попыток, да, то есть это последовательность действий при решении заданий и, вот, как я уже сказал, про стратегии решения заданий. И следующий тренд, да, то есть как бы связанный с формирующим оцениванием, да, то есть как бы, что когда мы говорим про суммирующее оценивание, это по сути оценивание того, что студент, учащийся знает, умеет на текущий момент, то есть мы оцениваем уровень его достижений. Помимо него есть диагностическое оценивание и формирующее оценивание. В диагностическом оценивании мы даем просто расширенную обратную связь, а в формирующем оценивании мы даем такую текущую обратную связь в контексте задания. И, ну, и по-английски здесь, вот как раз я оставил как бы на английском, да, то есть для того, чтобы было of, for и as в предлоге, да, то есть оценивание обучения, оценивание для обучения и оценивание как обучение. Это, ну,
очень близко к делению как раз на три типа оценивания, да, то есть что в случае суммирующего оценивания мы предполагаем, что мы оцениваем только вот то, на что направлено наше оценивание, вот это в случае диагностического формирующего мы еще дополнительные характеристики оцениваем помимо целевых. Ну, например, в диагностическом оценивании мы в результате оценивания, да, то есть, даем такую расширенную обратную связь. Ну, например, да, то есть, как бы, что мы даем тест по математике, да, то есть, но потом в результате оценивания мы не только выставляем итоговый балл, да, то есть, и говорим вот про там, уровень, да, то есть, как бы, достижения, ну, там, низкие, средние, высокие. Но и также еще рекомендуем темы, которые нужно повторить, да, то есть для того, чтобы там, этот балл повысить. То есть мы в этом случае даем какие-то общие рекомендации по результатам оценивания. А в случае формирующего оценивания мы даем обратную связь непосредственно в процессе оценивания. Ну, например, даем некоторый тест на самопроверку, да, что это уже, ну, по сути, такие тесты мы снижаем. Это, ну, то, что по-английски называется low stakes и high stakes, да, то есть мы снижаем риски, да, то есть как бы ставки, да, то есть при оценивании, да, то есть вот пример как бы теста на самопроверку, да, что мы ну, даем вариант ответа, да, то есть, ну, если учащийся отвечает неправильно, то есть дает вариант А или Б, то мы ему даем подсказку для того, чтобы он повторно уже дал правильный ответ. Ну, а если он дал правильный ответ, то в этом случае мы просто закрепляем результат, то есть демонстрируем просто правильный ответ. Вот, и такие тесты на самопроверку можно делать в некоторых системах, но я точно знаю, что можно делать Moodle и в Statement. Да, что вы можете создавать специальные тесты для того, чтобы вот как раз автоматически давать обратную связь. Это Ольга вам про то, что может ли справиться с подобными технологиями обычный педагог. Да, то есть может, но не со всеми, да, потому что есть вещи, которые можно применять прямо сейчас, да, то есть, а есть вещи, которыми занимаются исследовательские лаборатории по всему миру, в том числе и в России, к счастью. Вот. Ну и вот как раз вот, как бы, вот, если мы говорим про создание, да, динамического оценивания, да, то вот, например, тест на самопроверку, да, то есть или создать, например, там, ну, сейчас не буду путать, ладно, может создать обычный педагог, да, то есть, но, например, да, то есть для того, чтобы корректно оценить, да, то есть, как бы, то используются так называемые динамические модели в процессе оценивания. То есть, когда мы ну, в процессе измерения, да, то есть наша измеряемая характеристика, она меняется, да, то есть со временем, и это уже, конечно же, такая большая широкая задача, большое широкое направление, да, то есть которым занимается исследовательский центр. Ну и последний тренд, да, то есть так как осталось совсем немного времени, да, то есть связанный с самостоятельным оцениванием, с рефлексией, что используется как раз самостоятельное оценивание, да, то есть в процессе, ну, то есть помимо того, что есть там индивидуальные методики, помимо того, что есть экспертное оценивание, ну, это оценивание преподавателем по критериям или оценивание там экспертной комиссии, или взаимное оценивание, да, то есть которое по критериям, когда по критериям оценивают учащиеся друг друга. Активно используют самостоятельное оценивание в современных подходах. Ну, это связано с тем, да, что для того, чтобы учащийся, во-первых, отслеживал свой собственный прогресс, да, то есть, и тем самым развивал свои способности, да, то есть к саморазвитию, к самообучению. Есть различные способы, да, то есть самостоятельного оценивания, что задаются там тесты или вопросы для самопроверки. Иногда задаются чек-листы, то есть задаются специальным образом чек-лист, да, то есть, как бы, например, отметьте, да, то есть, что именно, да, то есть вы умеете делать после изучения этой темы. И тогда ученик просто галочками в своем там, рабочей тетради отмечает, да, то есть, что он умеет, например, решать квадратные уравнения через дискриминант, умеет решать квадратные уравнения с помощью теоремы Пиета.
Следующий как бы, способ, ну, метод самостоятельного оценивания, это идет из коучинга, да, то есть это авторизация результата, но это, по сути, ретроспектива, то есть мы, например, в результате выполнения проекта, да, то есть задаем вопросы, да, то есть как бы, что, как бы ты мог улучшить свой проект, да, то есть используя имеющиеся знания. Да, то есть, вот. Ну и там есть ряд вопросов, да, то есть для этого, да, то есть, ну, таких рефлексивных вопросов, да, то есть для того, чтобы повысить, да, то есть, как бы, ну, вот, как раз самостоятельное оценивание. Ну, в дневнике обучения это непосредственно, что заполняются дневники в процессе выполнения заданий по разным темам. Очень хорошо знаю примеры с программирования, когда дается задание написать программу, да, то есть, а потом дается такой вопрос на рефлексию, да, то есть какие именно, да, то есть, как бы, ну, темы из программирования вы используете для решения этой задачи. Да, то есть, соответственно, то есть, как бы, ну, исследования показывают, да, что такие ну, вопросы на рефлексию, да, то есть они улучшают результаты обучения. И еще один из методов – это учебный контракт, когда мы планируем, да, то есть, как бы, ну, в процессе обучения, да, то есть, как бы, задаем, да, то есть, ну, заключаем, по сути, вот этот учебный контракт, да, что учащийся сам ставит свои цели обучения, способы проверки, да, то есть, как бы, и, по сути, предъявляет его там, преподавателю или учителю, да, то есть, ну, учитель проверяет этот контракт на там реалистичность, да, то есть, и корректность там проверки, там, постановки, и в результате там выполнения, например, проекта, да, то есть, уже смотрится не по каким-то там внешним критериям, а непосредственно по тем критериям, которые были установлены в рамках этого учебного контракта, то есть, по критериям, которые создает сам учащийся. Вот. И еще, да, то есть примеры вот как раз по критериям, которые создает сам учащийся, да, то есть это вот пример, да, то есть когда участникам, учащимся в первом классе, подчеркну, то есть в первом классе, да, то есть школы, да, то есть в данном случае они не сами составляли критерии, но в более старшей школе можно давать самим, то есть они добавляют, составляли вот такие вот линеечки, да, то есть и в результате каждого урока на этих линеечках отмечали, да, то есть как бы как прошел их урок, то есть непосредственно по такую вот динамику урока. Ну, это как раз сделано для того, чтобы развивать умения, да, то есть как бы связанные вот то, что вот самостоятельным развитием, или то, что по-английски называется самонаправляемое обучение, self-directed learning, да, то есть когда мы развиваем каждую вот эту вот из четырех составляющих самомотивацию, да, то есть самоменеджмент, самомониторинг и самоизменение. Про то, как ставить цели обучения, да, то есть брать ответственность за свои результаты обучения и мотивировать себя для достижения этих результатов. Про то, как управлять ресурсами, временем, да, то есть как бы решать задачи, да, то есть как бы чтобы решать задачи, да, то есть про то, как мы проходим процесс обучения, да, то есть оцениваем свои достижения, да, то есть последнее про самоизменение, да, то есть про то, что называется в более зрелых моделях саморазвития, принятие рисков, это про то, чтобы после того, как прошло обучение, да, то есть как бы зафиксировать полученные результаты и не возвращаться к привычной колее, потому что к сожалению, часто бывает, ну, сейчас, наверное, не про общее образование, а, например, про дополнительное образование, да, то есть, как бы, ну, особенно краткосрочное образование, тем более у взрослых, да, то есть, когда в результате обучения, да, то есть люди научились чему-то, но потом через какое-то время, например, там, навык они не используют, да, то есть нет сопровождения после обучения, и как раз вот не получилось то, что результат обучения используют в привычной как бы, сфере. Ну и это вот все тесно связано с таким понятием, как метапознание. Да, как раз знание о своем познании и управление своим познанием, как раз про планирование, мониторинг и оценку. Я вижу, что у меня время подходит к концу. Давайте тогда я просто оставлю время на вопросы. Пожалуйста, пишите в чат. Какие вопросы появились, да, то есть, а я его вот сейчас вот в качестве итога, да, то есть, как бы, сделаю просто небольшое резюме, что вообще говоря, да, то есть, современно оцениваем, видеть, да, что есть некоторые там устойчивые сложившиеся тренды,
И какие-то тренды действительно очень сильно технологичные, насыщенные, технологически усовершенствованные. И это действительно ситуация, да, то есть, да, целые команды, лаборатории, да, то есть, ну, используют, да, то есть, создают, например, сложные инструменты оценивания. Но есть какие из этих таких общих трендов, есть частичные тренды, например, если мы говорим про методологию там, evidence-centered design, это как раз про то, да, то есть как, начиная там, декомпозиции результатов обучения, создавать инструменты оценивания. И это действительно, да, то есть, как бы, с точки зрения вот, методологии, то есть, вот, ну, мне кажется, что это очень хороший базис для того, чтобы развивать так называемое методическое мышление. Хотя вот, если честно, чем больше я сталкиваюсь с этим термином, тем больше мне кажется, что это просто очень хорошо развитое логическое мышление, именно с точки зрения философии. Ну, например, там работа с понятиями, с определениями, декомпозиция понятий, да, то есть там нахождение взаимосвязи между там действиями, понятиями. Ну, развлечение, например, декларативного знания, процедурного знания. Ну, вот, по сути, вот то, что я сказал там про инженерию знаний. Но можно просто сказать, что более общим, да, то есть это вот такая вот декомпозиция, да, то есть анализ предметной области. И дальше составление там рамки инструмента, да, то есть это вот основа, да, то есть как бы вернусь вот туда же, да, то есть как бы раз концептуальные рамки инструмента. Вот, да, что вот как раз вот, хорошо описать свой инструмент, да, то есть даже если вы берете тест, да, то есть, который вы используете, то в этом случае, да, то есть его можно, то есть, разложить на вот эти составляющие, и уже такое как бы, ну, разложение на эти составляющие поможет увидеть зоны роста, да, то есть вот как действительно, да, то есть как бы можно усовершенствовать ваш тест, да, для того, чтобы он работал лучше. Например, можно увидеть, да, то есть какие темы лучше покрываются, какие темы хуже покрываются, да, то есть вашим инструментом. Или посмотреть, да, то есть что можно автоматизировать, да, то есть какие, например, поменяв формат задания. А далее, да, то есть как бы, ну, это вот как раз про автоматизацию. Да. Далее, как бы, следующее, да, то есть пример, да, то есть, как, что можно сделать прямо сейчас, да, то есть это непосредственно, да, то есть как бы про создание обратной связи, да, то есть про тесты на самопроверку. То есть вот в каких-то простых форматах, да, то есть можно использовать, да, то есть как бы современные технологии, да, то есть как бы можно составлять интересные диалоговые тренажеры, да, то есть самое трудное, да, то есть с точки зрения технологии, то есть сколько там технологий, а вот именно грамотный сценарий. Но это как раз именно про методическую, то есть кропотливую методическую работу. И не забывай, да, то есть про то, что есть ну, как бы типологии форматов оценивания. Это вот есть как бы хорошая статья, да, то есть как бы ссылка на которую у вас в презентации будет. А, да, что здесь вот есть различные форматы, да, то есть задания, да, то есть как бы что можно смотреть, да, то есть какие форматы заданий можно использовать. Агата, вы пишете, что для вас оказалось несколько сложновато. Но я надеюсь, что не из-за английского, потому что я старался комментировать. Хотя, конечно, английский помогает просто видеть, какие есть, ну, современные, да, то есть как бы тренды в развитии инструментов оценивания. Но в целом, да, то есть можно просто начать с каких-то первых простых шагов. Давайте сейчас я переведу презентацию в конец. Там есть моя почта, напишите мне тогда на почту, я просто вам сделаю такую вот памятку и пришлю вам в качестве дополнительных материалов, какие первые шаги можно заняться, да, то есть для того, чтобы действительно, да, то есть как бы улучшить как бы свои инструменты. Потому что, ну, если вы, например, переводите инструмент онлайн, вы можете, например, делать задание, да, то есть там, ну, где, например, ну, то, что называется
с вариантами ответов в виде новых медиа. Ну, примером для этого является задание, где нужно выбрать правильную область на некотором картинке. Да? То есть и технологически, да, то есть как бы такие как бы задания позволяют многие системы. Но как бы методически, да, то есть очень много зависит от того, как вы именно составили эту картинку. Насколько, например, там различимы детали, да, то есть насколько можно выбрать там неправильный вариант на этой картинке, ну и так далее. Следующий вопрос, да, то есть какие книги и курсы помогают учиться методическому мышлению? Ну, есть на самом деле достаточно много курсов по педагогическому дизайну, именно для начинающих, да, то есть, ну, можно в качестве примера посмотреть курсы там в EdMarket, в Skillbox, School of Education, Universal University. Да, это все на русском языке, но, правда, название как бы компании на английском. Давайте я сейчас в чат напишу Skillbox. Да, то есть, и... Просто в поиске можно посмотреть. Ну, я взял их в качестве примера, да, потому что, ну, я про них знаю, я просто когда-то на них преподавал, а в Skillbox там есть даже модуль, который записан просто со мной как раз про оценивание. Вот. Но есть и другие курсы, но их довольно много, да, то есть, которые готовят методистов, да, то есть, но как бы во многом случае, да, то есть как бы там довольно-таки начинающие, да, то есть как бы знания как бы используются, вот, какие-то продвинутые, но я надеюсь, что я буду создавать свои курсы, в том числе про оценивание, просто напишите, если у вас есть интерес к теме оценивания, я просто вам пришлю обратное уведомление, когда курс начнется. Но про оценивание я ориентируюсь, что это будет в июне. Точно не знаю. Угу. Вижу, что уже люди уходят, да, то есть потихоньку. Лидия, спасибо, что были сегодня, да, то есть я рад, что вам понравилось, что было все структурировано и интересно, как вы отметили. Пожалуйста, пишите мне на почту, добавляйтесь в Facebook, я довольно активно его использую и пишу как раз на вот как раз темы, которыми занимаюсь. Единственное, что если будете добавлять друзья, просто пишите, что вы были на этом вебинаре. Ольга, спасибо большое за обратную связь. Приму к сведению. Пожалуйста, если есть еще вопросы, то задавайте. Если нет, то мы уже готовы закончить вебинар. Так, как я понимаю, вопросов больше нету. Татьяна, я думаю, что можно передать слово вам заключительное.